Самарские аграрии намерены побить рекорд волового сбора зерна. По данным регионального Минсельхоза, в области убрано почти 200 тысяч гектаров, что составляет пятую часть всех зерновых площадей. Намолочено около 700 тысяч тонн зерна. Впечатляет средняя урожайность более 35 центнеров с гектара. Среди регионов Приволжского федерального округа это один из самых высоких показателей. Большой хлеб становится приятной тенденцией для самарского АПК. В прошлом году было собрано чуть более 2 миллионов тонн зерна. В этом сезоне рекорд может быть побит. Увеличить урожайность минимум в 2 раза, призывал губернатор еще в своем первом послании. Наказ услышан. В течение 5 лет аграрии проделали огромную работу. Возвращены в оборот более 500 тысяч гектаров земель. Увеличены на треть объемы применения минеральных удобрений и продуктивных семян. Масштабно обновлен парк техники. За 5 лет на развитие областного АПК направлены из бюджетов разных уровней 50 миллиардов рублей. И вот результат. По итогам уборки надо во всех районах провести научно-практические конференции, на которых рассмотреть объективно рассмотреть ход, слагаемые вот успехи урожая рекордного, исторического, давайте так назовем, этого года.